Да куда ты, Сина? Куда ты, Господи Боже? Аккуратно. Сина. Все, все, не бойся. Мама с тобой, сыночек. Ты главное не бойся. Ты же мечтал об этом. Ты же хотел быть артистом. Все, мы уже здесь, внутри. Сына, мы уже в аншлаге. Все. Мама, тут люди. Сына, ну а как ты хотел? Это аншлаг, это съемка. Ты ж артистом готовился был быть. Это ж мама письма писала, ты понимаешь? Ну, сыночек, это ж... Это они пришли послушать, как ты выступаешь. Да, сынуля. Вот так вот. Мама, я боюсь. А что ты боишься? А что ты боишься? Я Регину боюсь. Сына, ну это нормально, я тебе по секрету скажу. Мама тоже Регину боится. Прям да и коты боятся. Знаешь, это ничего, Регину все боятся. А ты не думай про нее. Че тебе Регина, глянь, на тебя сколько людей. Вот я по телевизору покажу, сына. Мама будет радоваться за тебя. А где Регина? Господи Боже. Сейчас я тебе покажу, да, гляди. Вот, вот видишь? Он в пятом ряду, видишь? Он такая кучерявенькая сидит, видишь? Ну, что ты на меня смотришь? Туда смотри, глянь. Вон она, глянь, подмигивает тебе. Босоножка? Да, в босоножках сидит. Ой. Сына, это не Регина. Это не Регина. А кто это? Ну, я не знаю, тетя пришла на съемку. А Регина ее знает? О, Регина всех знает, Регина такая. Она прям пофамильно всех знает. А где Регина? Фу ты, Господи Боже мой, сына. Я тебе сейчас покажу, но ты должен быть готов морально. Сына, собери всю свою волю в кулак. Дыши, 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 как рожаешь, знаешь, дыши. Сына, ты не забудь, ты должен Регине подарить цветочки. Мы с тобой репетировали, ты должен понравиться Регине. Если ты ей понравишься, она тебе сразу запишет в аншлаг, понимаешь? Сына, готов? Вон Регина! Видишь? Кажется, да. Сына. Боюсь, что да. Иди. Иди на грозу. Давай. Давай. Что такое? Что такое? Что такое понравилось Регине? Давай, вот так. Давай, 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 Катрина, давай, давай. Сына, сейчас самое главное, сейчас твое выступление. Сына, ты не забыл стихи, мы с тобой учили, сына. Не смотри на нее. Не смотри, а то, не дай бог, слазит. Вспоминай стихи. Готов? Давай. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Так, стоп, даже, что ты делаешь? Это что такое? Это что такое? Что ты бубнишь? Мы с тобой нормально учили, репетировали. Сколько лет? Нормально рассказывай. С выражениями. С выражениями? Как папа? Боже упаси! Ну мы же учили. Давай, сын. Однажды. Погоди. Стихи про лето. Читает мой дорогой, мой самый лучший, мой самый талантливый сыночек Петр. Мама, я Федя. Петр. Давай.
однажды в студеном я из лесу вышел. Был сильный гляжу. Поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту. Вот. Ай, молодец, молодец, сына. Получилось, сынуля, гениально. Сыночек, какой ты молодец. Сын, это не те стихи. Сын, а ты их уже рассказывал в другой передаче. Какой? Пока не все дома. Сына, здесь другие стихи, вспоминай, вспоминай. Нет у меня таких. Господи, боже мой, который тебе Дроботенко подарил. Франшлаг. Талантлив я... Погоди. Стихи. Франшлаг. Читает он же. Талантлив я по всем фронтам. Так боги наградили. Регина, не пойму никак, как без меня вы жили? Послал я очень далеко тех, кто меня обидели. Мне с детства было нелегко. Вы мою маму видели. Мы друг без друга, ну никак. Пусть время нас рассудит. Возьмите ж сыночку в аншлаг. А то вам хуже будет. Песню, давай на бис, давай. Ты на песню давай. Сегодня в этом зале мы с радостью узнали о том, что есть в аншлаге надежные друзья. Такие же, как Ветров, такие же, как Гальцев, такие же красивые, как ты и я. Ла-л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 а